Общероссийский день приема граждан проводят 12 декабря во всех органах власти. Ангарская мэрия не исключение. Со своими проблемами в администрацию обратились более 10 горожан. В основном люди жаловались на работу управляющих компаний. Проверки по ЖЭКам были назначены тут же. В адрес чиновников поступили вопросы, требующие и более длительной проработки. Должны дать жилье сыну, но это мы не знаем, когда его дадут, потому что он сейчас находится по очереди 700-й. А когда его дадут, мы не знаем. Вот я пришла по этому вопросу. Он, потому что он инвалид третьей группы, зрение потерял в Казахстане. Мы ее подвинуть не в силах. Строится муниципальное жилье, не строится, и в перспективе маловероятно, что это будет, наверное, скорее всего, вообще невероятно. Поэтому тот фонд, который есть в муниципальных квартирах, сколько у нас? 4200. Вот по мере их высвобождения они заселяются. Личный прием проводится в порядке живой очереди. Чтобы задать свой вопрос мэру, нужен только паспорт.